Для Дмитровского «Торнадо» начался новый сезон в женской хоккейной лиге. Правда, позже, чем планировалось. Первую игру сезона черно-желтые должны были сыграть с Куньлунь Ред Стар Шэньчжэнь. Однако значительная часть китайской команды принесла положительные тесты на коронавирус. Встреча перенесена, а организаторам турнира пришлось пересмотреть график игр. В итоге «Торнадо» на 5 дней раньше встретилась с «Бирюсой». Однако обе игры не принесли удачи черно-желтым. Первая игра закончилась со счетом 4-8. Реванш тоже не удался – 2-7. Игры довольно-таки сложно прошли, не все получилось. Получили не то, что хотели. Вот. Нужно работать и исправлять ошибки. Думаю, не хватило, наверное, физической формы. Вот. Не все, наверное, услышали тренера, что он требовал от нас. Вот. И реализация моментов. Елена Зарипова заметила, что еще с предсезонных игр турнира Дмитрия Солунского за девушками тянется одна из ошибок. Возможно, именно она сыграла не на руку «Торнадо» на старте сезона. Ну, к сожалению, для нас не очень удачно они начались. Вот, где-то в обороне не очень удачно сыграли, свои моменты не забили. К сожалению, с турнира страдает реализация своих моментов, большинства. Вот сейчас подправляем это все и надеемся, что следующие игры мы проведем намного интереснее. Сейчас «Торнадо» на тренировках усиленно готовится к следующим играм в сезоне. Работа идет полным ходом. Ну и, конечно, усердно тренируем то, что не получалось, вот, и нарабатываем побольше физики. Следующие игры пройдут на домашней арене 1 и 2 октября. «Торнадо» встретится с одним из лидеров текущего сезона. Однако в прошлом черно-желтые обошли хоккеистов этого клуба. Следующие игры у нас «Динамо» Питер. Вот, хорошая команда. Сейчас они лидеры турнирной таблицы. Ну, за счет только коллектива надо будет бороться, выигрывать за счет реализации моментов. Вот, и строгой игры в обороне. Приглашаем всех на хоккей. И, конечно же, нам нужна победа. Игры «Торнадо» и «Динамо Нева» пройдут в субботу и воскресенье в 13:00. Приходите поддержать черно-желтых.